На старт! Внимание! Марш! Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый челлендж. Посмотрите, сколько у нас много скотча цветного. Вот, знаете, что мы будем с ним делать? Мы пока еще сами не знаем, но у нас есть вот такая коробочка с заданиями. Мы будем доставать отсюда задания наши и смотреть, что же мы будем делать вот с этим скотчем. Поехали! Давай, Захарчик, ты будешь первый, доставай. Задание, ну скорее, только не подсматривай, давай. Показывай ребятам скорее, что там у тебя за задание. Давай. Читаем. Прилепить себя к двери скотчем. Ничего себе к двери. Это что, что ли, мы его прилепим, и что будем делать с ним? Открывать дверь, чтобы стукать его в стенку. Так, ну что? Не будем. Дверь, какая дверь? Это, я думаю, будет слабая сильно, она тебя не удержит. Вот это. Это. Давай вот это. Скотч готов. Поехали. Ну что, половину уже приклеили. Осталось еще желтый, зеленый скотч. И уже почти можно будет открывать дверь. Поднимай руки. Не боишься? Вот так я упаду. Скотч, да, раз такой есть. Так, ну что, у нас остался последний слой скотча зеленого. И мы уже можем открывать дверь. Мы Захара нашего прилепили. Вот как у нас получилось. Честно говоря, мы даже не знаем, выдержит его или не выдержит этот скотч. Сейчас попробуем. Надеюсь, что мы будем его держать за ручки. Потому что если вдруг стул, если вдруг Захар упадет, чтобы мы его держали. Давай, ножки подгибай. Подгибай ножки, подгибай, не бойся. Тихо. Висит. Помаши ручкой. Висит. Поехали. Ну как тебе качелька? По-моему, он боится. Ты что, боишься? Смотри, как классно, можно меня так тоже? Я тебе водички принесла. Будешь пить? Челлендж, попей воду в воздухе называется. Будет хороший вазон для бабушки. Пей. Ты же просил, пей. Первое задание мы закончили. Я думаю, что Захар справился, да, как мужчина? На это приступаем к следующему заданию. Ну что, с первым заданием мы справились. Захар мужественно его выполнил. Как себя чувствовал? Хорошо. Не больно было? Нет. Не страшно? Нет. Еще хочешь? Да. Ну ладно, это потом. Сейчас давайте ко второму заданию переходим. Глянем, что там у нас дальше. Сделать качели из скотча. Ого. Сейчас покатаемся. Качели из скотча. Ну что, мы переходим ко второму заданию. Качельку будем делать вот здесь. Вот седло. Да, седло для качельки у нас осталось с первого задания. Сейчас сделаем, и каждый по очереди будем на ней кататься. Я первый буду. Давай. А седла мы будем... Что, хватит, как вы думаете? Да нет, конечно, мы еще будем делать. Последний желтый слой скотча, и будем испытывать нашу качельку. Основу качельки мы сделали, осталось поставить сиденье и испытать ее. Ура! Не боишься?
кажется, нет. Ну и как? Она скачет. Ай, блин, я боюсь, она... Самодельная качеля. Ну как, классно? Ладно, ну не надо. Ну как? Нормально. Ой, она рвется, по-моему. Да ну вот, смотри. Рвется? Да, вот. Блин, теперь тебе надо кататься, давай. Давай, давай. Опа, давай, блин, теперь ты. Уа. Я ее разводю своим весом. Мне кажется, что правда. Ой, она сейчас порвется. Она отклеивается тут. Теперь моя очередь. Смотрите, она тут уже что-то пошла рваться. Я, конечно, боюсь. Я чуть больше Ульяны вешу. Но чуть-чуть же. Она рвется. Ничего. Она рвется. Иди, давай, давай, катанки, катанки. Ну что, второе задание прошли не все. К сожалению, меня качелька не выдержала. Я, если честно, хотела оставить эту качельку здесь, чтобы дети приезжали и катались. Но, к сожалению... На проходе? Но, к сожалению, не получилось. Так, ну что, переходим к третьему заданию. Давайте я вытяну, что у нас сейчас попадется здесь. Так. Третье задание. Та-дам! Футбол в одежде из скотча? Футбол в одежде из скотча. Это мы должны замотаться скотчем, скорее всего, вы. Я не буду участвовать. Я вас сейчас замотаю скотчем и будете забивать гол. Кто быстрее забьет, тот и выиграл. Надеюсь, Захар, потому что он хорошо играет в футбол. Не знаю, я... Он же никогда не играл в футбол. Почему? Я же играл там, у меня же... Ну, ты же никогда скотчем не обвязывался. Ну вот, сейчас попробуем. Начнем? Да. Сейчас я сделаю им платьюшко из скотча. Футбольное поле. Вот у нас ворота. Ворота Ульянины и ворота Захаровы. Я сейчас им дам мячик, и они должны забить каждый свои ворота. Кто быстрее забьет, тот выиграет. На старт. Внимание. Марш! Я не рассказала условия. Смотрите, падать нельзя, руками мячик трогать нельзя и забивать только свой мячик. Ты беленький забиваешь туда, а ты синенький туда. На старт, внимание, марш! Быстрей, быстрей! Так, Ульяна выходит из игры, натронула мячик руками. Захар, давай, 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 забивай, забивай! Захар выиграл. Я теперь решила... Захар, давай теперь с тобой посоревнуемся. Ну, Уля, ой. Давай. Да, у тебя легче будет. Нет, мы мне ноги замотаем побольше. Вот сейчас, чтобы по-честному, раз я большая, Захар маленький, значит, ноги мне замотаем побольше. Да. На старт. Внимание, марш. Блин. Ну что, на этом наш челлендж закончился. Мы прошли все испытания, да, мы молодцы. Да. Потратили очень много скотча. Вон, сколько валяется. Ребят, если понравился вам наш челлендж, ставьте лайк, не забудьте подписаться. Если есть какие-то идеи по поводу нового челленджа, мы обязательно снимем, пишите в комментариях. На этом все, до следующей субботы, пока! Пока!